Дом, где нас чему-то учат. Такое определение дают первоклашки школе. Но есть и те, кто эти же слова может сказать и о Дворце культуры. Пусть здесь дети изучают не науки, но зато узнают секреты театрального, музыкального или хореографического мастерства. Свою визитную карточку 1 сентября по традиции представил ставший центром культурной жизни города на выходных ДК имени Курчатова. В этом году Дворец культуры имени Курчатова решил объединить тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов ее оказать. Чтобы помочь пострадавшим от наводнения в Амурской области, можно было всего-навсего приобрести билет на грандиозный концерт лучших коллективов дворца. Но войти в сокровищницу ДК можно было и абсолютно бесплатно, ведь в этот день Дворец культуры по традиции проводит День открытых дверей, где представляет своеобразную визитную карточку своей работы. Мне нравится ДК имени Курчатова тем, что я могу здесь заниматься всем, чем захочу. Я могу здесь познакомиться с друзьями. Здесь тепло, светло и уютно. И всегда мне здесь рады. Приходите в ДК имени Курчатова! Посмотреть на таланты и чистоту их огранки собралось немало волгодонцев. Среди них родители уже блистающих маленьких звездочек, те, кто только делает первые шаги на пути к искусству, и, конечно, те, ради кого и задумывался этот праздник. Ребята, еще не решившие, чем же заняться в будущем. Как раз для них Дворец культуры имени Курчатова – отличный шанс реализовать себя в любом направлении. Большое заблуждение – это делить детей на талантливых и неталантливых. Безусловно, все дети талантливы. Это просто надо помочь вовремя найти этот талант и развить его. По той простой причине, что мы же не знаем, да, кем мы вырастем. И вполне возможно, что где-то да, у вас там тихо в квартире погибает великий гитарист, а может быть даже там великий хореограф в будущем. Мы ждем всех и всем с удовольствием поможем открыть ваши скрытые таланты. Пусть день открытых дверей уже прошел. На практике двери Дворца культуры всегда открыты для маленьких талантов. Найти веселое занятие после уроков, познакомиться с друзьями и в самом лучшем случае даже стать звездой. Все эти возможности готов подарить волгодонцам ДК имени Курчатова. Ольга Трегубова, Иван Иванков, Новости ВТВ.